Друзья, приветствую вас на канале Алекс Титанов. Сегодня у нас 21 июля, по-моему, воскресенье. У нас русский отпуск, и мы едем на пляж. Наконец-то у нас появились нормальные погоды. Завтра они заканчиваются, только 2 дня у нас под 30 градусов. И следующая неделя опять ураганы, дожди. Вот. И 20 градусов максимально. Мы решили быстренько воспользоваться возможностью вперед, потому что у нее больше нету гидуль, да. Она больше не может терпеть. Она хочет очень сильно на пляж. Погнали, кися! Какой-то дядька нас обгоняет уже 15-й раз. Я. Шлим. Головой, как так мы остановились на дороге? Это вообще нормально? Где полиция? Короче, я то что-то забыл поехать на море, потому что каждая минута дорога в наших краях. Может испортиться погода в любой момент. Но не все так просто, друзья. Сначала мне надо в отпуске отработать на второй работе от души. Потом быстро приехать и собраться, включить все эпы, взять воду, камеру, все на свете, взять, чего не забыть, я все-таки то, что забыл вернуться. А время идет уже 1:30, 2 почти, а мы все еще не на пляже. Это очень опасная ситуация, друзья, очень опасная. Друзья, вкатываюсь. Вчера 20 километров после паузы недельной. Сегодня будет 50 всего. 20 на работу получилось. Вторую, хоть и отпуск, но вторую работу никто не отменял. И сейчас 30-ку получится до пляжа. Это было 50. Потом надо стараться каждый день держать по 50. И к концу недели попробовать какой-то длинный штрек замутить. Длинный велотур, долгий, большой, длинный, вот это все. 21 июля мы таки добрались до воды, до Оссе. Мы таки покупаемся, дох. Мы все равно покупаемся. Водичка такая себе. Градусов 18, наверное, да, Кися? Градусов 18, говорю. Как? Включайся, какая стайка маленьких рыбок. Эти 2 дня 30 градусов стоит, градусов 16, наверное. Что-то мне кажется, нету здесь 18. Ну делать нечего, надо нырять. Юля. Хорошо, бодри. Я только что выпил просроченный кефир. Хорошо продрастался по дороге в лесу. Хорошо, что салфетки были. А я прибежал со второй работы и такой, блин, есть, пить одновременно хочу, но нету времени. Надо и лететь, и вылетать, срочно ехать. Потому что время дорого, сейчас испортится погода и все. И в этом году мы не побываем на море. Вылетел, схватил кефир какой-то в холодильнике и по дороге его выпил прямо на ходу. Как меня схватил? Еле до леса добежал, там доехал. Хорошо, что салфетки. Класс, прямо обготовлены сегодня, приключенческие. Так, все, ныряем. Раз, два, три, кися, погнали, погружение. Еще разочек погружения. Ныряй. Ныряй.
Да, я забыл их в велосипеде. Куда? Не, я иду камеру выкладываю. Сейчас там еще к этим деньгам камера будет до сих лежать. Здесь же окунемся и назад. Это наше лето. Холодотерапия. Терапия холода. Где мы видели? Посмотрите, где это вот это. Камеру, как она? Криокамера, криогенная камера. Тут не надо камеру. Не надо, все бесплатно. Ходи, не хочу. Омолаживайся. Должен констатировать, что мы успели, покупались, лето почувствовали. Оно сейчас только что закончилось, больше его не будет, но мы успели с Руськой насладиться этим мгновением. Позагорать, купаться. Сейчас все затянуло, вечером грозу обещают. Вот. Туристы срочно ретируются с пляжа. Солнца больше не будет, друзья. Ну, я вам скажу, для дальних велопутешествий, велопрогулок, велотуров такое солнце, прямо вот такое, 30-градусное, не нужно. Не надо. Лучше так оптимально. 20 вот оптимально. Что, собственно говоря, всю следующую неделю и будет. Посмотрим, что у нас там с ветром и дождем будет. Все, друзья, это был небольшой такой видеоролик о нашей поездке на пляж, на море, нашем участии в этом лете. Пока-пока. Мотивируйтесь и развивайтесь, друзья. Не забывайте. Вот эта Иришка проголодалась, дала газу. Так есть хочет. Скорее домой. Хочет скорее домой, потому что очень сильно есть хочет. Я не могу ее догнать. А я так-то устал. А у нее так-то электровелосипед.